Вот если вы сейчас откроете электронную энциклопедию на статье «Таджикистан» и прочитаете, то всю жизнь будете уверены, что здесь чистые субтропики. Посмотрите на меня. Весна, ребята, канун Навруза, а я на лыжах посреди Таджикистана. Да, на каждой из этих гор можно встретить сразу все сезоны и бегать по нетоптанному снегу хоть круглый год. Хотя я бегать не буду. Есть более быстрый способ с горочки спуститься. Слушайте, ну, каждый раз как первый. Как каракатица ебала. Просто что хотел сказать. В чем еще прелесть Таджикистана, друзья? Когда угодно приезжаешь и получаешь в подарок сразу 4 времени года. Так что, если вы думали, что хруст снега здесь никто не слышал, то ошибались. Знаешь что, давай-ка лучше пешком от греха подальше. Нам здоровье важнее, а еще песню петь. Поэтому пойдем пешком. Подумаешь, 2 километра вниз. Ну что, погода хорошая, солнечная, нормально. Слушайте, ну, снег блестящий, воздух горный, склон великолепный. На улице каждый сможет прокатиться, а есть что-нибудь экстремальное, так чтобы, эх, свет есть? Ребята, давайте. Вот это было неожиданно в конце, вот этот вот тормоз. Ребята, но есть точно один плюс в том, что я летел с закрытым ртом. Я его не простудил, будет чем петь.